На улицах Краснодара станет больше новых автобусов. 17 экологически безопасных единиц общественного транспорта уже завтра выйдут на один из самых протяженных городских маршрутов, номер 28. Он проходит через весь город, от Юбилейного до Гидростроя. Муниципальный транспорт будет работать по привычному графику с 6 утра до 11 вечера. Отмечу, что подобные автобусы уже курсируют по 46-му маршруту, 2Е и другим. Все они оборудованы пандусами для перевозки инвалидов-колясочников, оснащены кондиционерами, информационным табло и системой навигации ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать движение транспорта в реальном времени.